Вот, а сейчас мы посвятим видео именно вообще просто чисто новостям. Что можно придумать, какие любимые упражнения. Допустим, лазыка, да? Набивать мяч. Это очень непросто. Опа. Вот. Ну попробовать это стоит, это очень интересно. Попробовать посмотреть. У меня, правда, мячик сдутый. Край. Вот. Ну, интересно, да? Так, следующее, что можно сделать? Ну, как мы в прошлый раз говорили, да? Вращение двух гораздо, по крайней мере, в два раза интереснее, чем вращение одной палочки, да? Вот. Я вот не могу сразу двумя работать эффективно. Одно еще могу, да? Ну, можно крутить просто вот эту вот ерунду, которую все крутят. Ну, плохо получается. Виновато. То есть одной еще ладно. Можно нагнуться, прогнуться. А двумя не очень получается. Надо одновременно же работать. Ну, можно привыкнуть, наверное, как-то. Или взять покороче палку. Поработать пока с одной. Ну, моя любимая. Что-то в этом роде. Так, какие еще упражнения? Ну, конечно. Конечно же. Кувырки. Кувырочки. Так. Немножко не продумано. Ну сейчас попробуем. Тут надо посмотреть, влезу ли я в кадр. Значит, ну что, как? Как это делается? Мы стоим как будто бы в стойке, да? И пошли. Опа. И обратно. Опа. Ну это надо отрабатывать, конечно. Он у меня улетает. Сейчас я положу на него палки. Ну, конечно, класть палки на то, на чем ты делаешь кувырок, это опасное занятие. Очевидно, что это нужна осторожность. Очень большая осторожность. То есть, если у вас нет уверенности, то может быть, вам повременит. Это и мне тоже может быть повременит. Потому что ветер будет. Ну ладно, еще разок. Еще разок. И все. Мне просто хотелось показать, как сразу из стойки развернуться и уйти обратно. То есть придется это убрать мне. Ну вот, то есть, раз, и мы сразу в стойку. Раз, и в стойку. То есть мы туда-сюда, и так без остановки. Ну, конечно, впоследствии, конечно, желательно делать это уже без вот этого, так сказать, без коврика. Ну, а чтобы не затягивать, я остановлюсь.